Нет, немного про открытие ножа Benchmade модель 710. Вот он перед вами. Когда я купил этот ножик, я столкнулся с такой ситуацией, что неудобно открывать его за шпинек. Шпинек расположен неудобно, никак не подлезть. Мой опыт с другими ножами подсказывал мне, что шпинек надо двигать в сторону. Либо под углом 45 градусов относительно направления клинка. И эта привычка и пыталась распространиться на нож Benchmade. Потом, случайно, закрывая нож, я обнаружил такую вещь, что чтобы очень мягко и аккуратно открыть его за шпинек, необходимо этот шпинек двигать не в сторону, куда его двигать неудобно на этом ноже, а непосредственно вперед, ну или вверх, да, кому как удобнее это называть, в сторону, куда открывается клинок. То есть я вот покажу сейчас такое движение медленно. И попробую сейчас показать чуть-чуть быстрее. То есть ножик прекрасно открывается. Просто вот такая вот особенность, что вектор вот этого движения должен быть направлен в сторону кончика клинка. Кроме того, этот ножик мне очень нравится открывать еще вот таким способом.